Ну, на мой взгляд, вообще, ложь, она, ее не бывает белой, она всегда остается черной в любых, каких бы это ни было, целях, ситуациях. Поэтому, на мой взгляд, это очень важно даже детей учить правде, потому что это основание христианского фундамента. Потому что если мы знаем, что ложь, отец лжи – это дьявол. И любая ложь, она однозначно из источника, который является. Может, там какие-то места бывают, берут в Писании, говорят там тех же бабушки, когда Моисей рождался, да, в этом всего, но не понимая той ситуации всего. И Библия однократно говорит о том, что мы должны больше, наверное, ударение делать на молитву, чтобы Бог приготовил сердца, но держаться вот понимание, что в любых ситуациях в нас должен быть заложен вот этот вот христианский фундамент и вот такое понимание, что нам нужно говорить правду.